Тбилисцы и раньше побеждали миланский «Интер» или, скажем, «Бенфику», но этот матч стал поистине легендарным. Ливерпуль был тогда безоговорочно лучшей командой Англии, Европы и мира. Проиграв на Энфилде 1-2, в ответной встрече тбилисцы призвали на помощь тот самый «Плач богов», субтропический ливень, и утопили, уничтожили команду, перед которой все остальные вставали на колени. Голы Владимира Гуцаева, Шенгелия и Чевадзе принесли самый потрясающий результат, а еще тот самый необходимый большой команде опыт, без которого не добыть больших побед. И когда через полтора года уже перед тбилисцами склонялись такие гранды, как Вестхэм и Фейенорд, это казалось почти само собой разумеющимся. Как и то, что английские болельщики провожали тбилисских игроков в раздевалку стоячей овацией. На апогее тотбилисское «Динамо» вышло в Дюссельдорфе, где проводился финал второго, как тогда считалось, по значимости европейского турнира. Играли финал фактически в гостях, в Германии против немецкой команды, но тбилисцы тогда уже умели чужие трибуны делать свои. И даже гол Карл Цейса в начале второго тайма не помешал им одержать самую важную победу в истории грузинского футбола. Чевадзе. Шенгелия развернулся, идет к воротам, приблизился, прошел одного, отличная передача, ну, удар по воротам, гол, гол! Карселия, вошел в штрафную, ну, можно бить, обвел второго, удар по воротам, гол!